На Первом канале «Фигурное катание». Мы продолжаем следить за шоу «Чемпионы на льду». И на льду появляется Элизабет Турсенбаева. Слушайте, ну это просто уникальное зрелище, когда спортсмен сам себе аккомпанирует, да еще и на скрипке. Вот такие таланты. Ванесса Мэй, московского разлива, Элизабет Турсенбаева, студент МГИМГО, серебряный призер чемпионата мира и просто лучшая фигуристка в истории Казахстана. Первым казахстанским спортсменом, попавшим на подиум больших чемпионатов, стал Денис Тен, трагически ушедший из жизни в 2018 году. И Элизабет достойно несет флаг своей родины по ледовым площадкам планеты.